хочу вам рассказать ту вещь, которую, ну, мало кто рассказывает вообще, в принципе. Вот у меня 100 тысяч, знаете, и я... Блин, вспышка светит. И я как бы... У меня канал был создан 27 февраля 2015 года. Прикиньте, моему каналу больше 5 лет. Вот, больше 5 лет, в принципе. И, знаете, вот я только в этом году получил кнопку. А получил я ее всего лишь за 7 месяцев. Благодаря тому, что, ну, кнопка мне ничего не дает, но это, в принципе, знаете, как вот медаль. Ты на чемпионате мира выиграл медаль, вот, тебе как бы кнопку дали, вот, типа, молодец. Потому что не у каждого эта медаль и эта кнопка есть, в принципе. Ну, к чему я веду? То, что, знаете, вот, я снимаю короткие видосы, там, все дела, у меня не залетает, там, ничего не получается, и никто там, знаете, там, не верит, что ты стрельнешь или еще что-то. Главное, чтобы, ну, ты сам верил в себя. И, в принципе, делал это каждый день, каждый божий день, как ты на работу ходишь. Точно так же, чтобы ты делал, и каждый день ты заливал на YouTube видосы, чтобы ты понимал то, что это у тебя на регулярной основе. То, что, знаешь, ты не останавливаешься, ты прешь, и рано или поздно ты будешь зарабатывать с этого, ты будешь все иметь, главное не останавливаться. Я вот себе это всегда говорю, даже вот сейчас я шел мимо площадки, чтобы, ну, потренироваться, зашел для вас записать видео на YouTube, чтобы его опубликовать, чтобы с вами поделиться этой информацией. И я знаю, что среди вас есть точно те люди, которые еще, знаете, вне познания, чего он хочет, что он вообще, в принципе, какую профессию ему обрести, или как заниматься на турниках, или как накачаться, в принципе, вот. Еще, ну, даже, ну, я реально знаю, что вот кто из вас смотрит это видео, реально, он не знает, он просто, знаете, вот может там догадываться, это как, что будет. Но, братцы, жизнь реально, она не такая легкая, как кажется, вот. Придется преодолевать какие-то препятствия, придется преодолевать какие-то жизненные ситуации, вот. Это пока, знаете, пока ты в молодости, например, когда тебе там 15-14 лет, там, знаете, беззаботная жизнь, вот вы радуетесь этой беззаботной жизни, потому что потом пойдет время, когда нужно зарабатывать, когда нужно себя обеспечивать, когда ты уже поймешь, что тебе нужно, ну, что-то делать. Может, у тебя уже это есть, и ты в потерях, что делать, вот. В школу ходишь, у тебя там ничего не получается, одни двойки, вот. Братец, ну, не забывай про это, про то, что у тебя есть голова, две руки и две ноги. У тебя есть родители, в принципе, которые тебя поддерживают и всегда с тобой, вот. У тебя есть девушка, не знаю, если это девушка, смотри, у тебя есть парень, который всегда поддерживает, вот. Забейте на тех, кто, знаете, говорит, у тебя ничего не получится, у тебя ничего не выйдет, ты там никто, там, у тебя всегда, ты там, ну, ничего не добьешься, братцы. Это все лишь слова, все зависит от вашего результата, от вашего результата. И больше это ни от кого не зависит, ни от чьего результата, который там кто-то когда-то в каком-то веке добился. Все решаете вы, запомните, только вы решаете это, и без всякого там суеты, какой-то монотонной работы, вот. Все делается через работу, через свое я. Перешагни, делай, работай, развивайся, читай, наслаждайся, тренируйся, и все получится. Главное идти к своей цели и понимать, куда ты идешь. Хочешь снимать видосы — снимай видос. Хочешь, например, тренироваться — тренируйся и воплощай свою мечту в реальность. Не думай, знаешь, там, сегодня вот я живу вот так вот, там, типа, меня все устраивает, и все. Нет, братец, думай наперед. Думай наперед, и все получится. Ну, не суети, никогда не принимая поспешных решений, все в таком вот роде. Думаю, вас замотивировал, и сам себя тоже замотивировал такими фразами. Это, братцы, я сам всегда себе такое говорю. И то, что, знаете, у меня там 600к в ТикТоке, 100 тысяч на Ютубе, плюс еще кнопка. Вот, раньше я не думал, что так будет, вот. То, что будут какие-то деньги приносить из соцсети. И сейчас вот реально я поверил, то, что соцсети могут приносить. Я еще не такие там деньги зарабатываю в соцсети, вот. Но я верю, то, что у меня реально вот долгие... Вот у меня маленькие видосы стрельнули. И я вот верю, то, что я буду, если буду снимать, с вами делиться информацией каждый день. Я снимаю видосы каждый день, братцы. Если кто за мной следит, каждый день я снимаю видосы. Я стараюсь все для вас. Я делаю контент. Ну вот, просто на регулярной основе я снимаю видосы. Потому что, ну, я знаю, по-любому в один момент я сниму что-то хайповое, оно стрельнет просто на сексиллиарды, что ко мне будут подходить бабушки, дедушки, тетеньки вообще. Все будут подходить и узнавать, блин, да ты вот, это топ с Ютуба. Да, братцы, так и будет. Вот я говорю, я вот вижу перед собой вот это. И я понимаю, что, вот, знаете, даже сейчас хожу среди площадки, вот, на меня, наверное, палят много, ну, не знаю, потому что я с фонариком, вот, он мне светит глаза очень сильно, потому что сейчас темно, и ничего не видно, вот, и все будут меня узнавать, потому что я этого хочу, я к этому иду, я делаю все для того, чтобы
это так было, я этим живу, братцы. И запомните, вот ты вот именно ты тоже должен так же жить этим. И все получится. Главное, не забивай, делай это регулярно, если даже у тебя не получается, ноль просмотра везде, или вообще у тебя ты там потерял бабки, там, знаете, и все в таком роде, не расстраивайся, просто поднимись и заново это начни. Вот это делает тебя сильнее. Вот запомни, это делает тебя сильнее. То, что, знаешь, всегда, конечно, как говорят, знаете, на чужих ошибках учатся. Ну, вот у меня так не получается, знаете, вот, не получается. Ты должен, приходится на своих ошибках учиться. Ну, я понимаю, что это для меня очень большой урок, и то, что я понимаю, то, что, я вот пройду через эти ошибки, я осознаю это, и больше их не допущу. Это, знаете, урок, который приносит тебе жизнь, чтобы ты это прошел. Как-то так. И братец, запомни, или сестра, или вообще вот все, кто этот видосик смотрит, запомните, то, что все получится, главное, не отходи от своей цели и делай результат каждый божий день делай результат, все получится, главное, в это верь. Все, всем спасибо за просмотр, подписываемся, ставим лайки, делимся этим видосом с друзьями, с мамами, папами, со всеми, оставляй комментарии, чем больше активности, тем больше я буду снимать, больше для вас стараться. И все в таком роде. У тебя все получится, запомни.